8 марта в Даугавпилсе стартовал период общественного обсуждения, во время которого каждый может высказать свое мнение по поводу проекта строительства новой трамвайной линии на улице Вайнёдес, благодаря которой будет создано транспортное соединение между микрорайонами Химии и Ветстропы. Обсуждение строительного замысла запланировано провести до 6 апреля. Финансирование должно быть получено из Европейского фонда Кохезии. Центральное агентство финансов и договоров уже одобрило данное начинание. Следом за общественным обсуждением будет сделана доработка строительной документации и можно будет планировать реализацию проекта. Общая протяженность новой трамвайной линии составит почти 2 километра. Между трамвайным депо и кольцом третьего трамвая планируется создание двух остановок, одна из которых точно будет расположена у Стропской трассы активного отдыха. Помимо этого, предстоит реконструкция фрагмента существующей трамвайной линии в Стропах на улице Вассернийцес. Строительство новой трамвайной линии по улице Вайнёдес позволит соединить две важные окрестности города. Старт трамвайного маршрута номер 1 и номер 2 на Химии и Стропы, также начало третьего маршрута. Таким образом, для горожан появится возможность в более удобном перемещении на общественном транспорте до таких мест, как Стропская трасса активного отдыха, променад и региональная больница. Ознакомиться с проектной документацией до 6 апреля можно в Даугавпилсской городской думе, на сайте самоуправления Даугавпилс.лв и на домашней странице Даугавпилс.атексме.десатексме.лв. Информационный стенд также установлен на конечной остановке трамвая третьего маршрута Стропы Эзерс. Анкеты, доступные на упомянутых сайтах, необходимо отправить по электронной почте. Учитывая условия пандемии, жителей просят высказать свое мнение, именно используя интернет. Онлайн-презентация строительного замысла состоится 19 марта в 17:00 на платформе Zoom. Ссылка будет доступна на сайтах desatexme.lv и daugavpils.lv или отправлена индивидуально, предварительно отправив запрос на info@desatexme.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.